Вакцинация от коронавирусной инфекции продолжается в Нижегородской области. Всего в регионе развернуто уже более 100 пунктов вакцинации, чтобы людям было удобнее. Вакцинацию проводят даже в торговых центрах. На сегодняшний день пункты вакцинации работают в 4 центрах: Меге, в Небе, в Седьмом Небе и в Муравье. Увидели объявление, раз быстренько приехали, сделали. Страшно было? Нет. А что страшного-то? Не последний, были вот мой номер 16. Специально приехала сюда. Увидели объявление ВКонтакте сначала. Желающих много. Наше население сообщает нам регулярно о том, что хотят привиться, но не все могут записаться, не все могут попасть тогда, когда они хотят. А здесь, так как записи нет, собственно, свободное посещение, поэтому люди могут прийти и в живой очереди приняться здесь. Очень пользуются спросом. У нас не было такого, что вот вакцину мы увозили назад. Угу. То есть все дозы, которые мы сюда привозим, мы все их делаем. На сегодняшний день мы имеем такую ситуацию, что у нас заболеваемость ковид-инфекция немного замедлилась. Но темпы замедления по сравнению с предыдущими периодами, они достаточно осторожны. И сегодня говорить о том, что мы в ближайшее время ковид-инфекцию победим, наверное, все-таки рано. На сегодняшний день в Нижегородскую область поступает вакцина в достаточном количестве. Она поступает довольно регулярно, мы ее вовремя по заявках учреждений распространяем столько, сколько они запросили. 108 вакцинальных пунктов у нас открыто, есть мобильные бригады, есть мобильные вакцинальные пункты, выезжают они по месту работы. На сегодняшний день 171, 1000 населения мы привили первой вакциной, первым компонентом, 107 тысяч привили уже вторым компонентом. Надо понимать, что уже достаточно большой процент, чуть меньше 6% от нашего подлежащего населения мы привили, и темпы мы наращиваем.